Вагон, отключение нервничества. Шепард, Альфреда с маслом, Вондра то же самое. Феникс. Что? Возьми сущность. Сейчас возьму. Нет. Долго. Какой все равно ловить? Вот тут где-то темы с этой. С левой стороны трейлер. А, перчина полма. Печка. Все, что, да? 5, 4, 3. Достигал его не вижу. 1. Гуляй. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Убиваем щит. Геру дайте. Раз, бейте кто-нибудь под конец. Раз. Остаемся дальше. Да. Прохил Ориона, дай сокровить Рон. Светлую сущность взяли, свет темной сферки ловить про этот по звезде поехали. Да, есть баунд. Сука, опять зависло нахуй. Да бейте, пожалуйста, пожалуйста. Мирая. Две тренечки упало. Мирая ГС. ГС рослим. Отказывайте все тут. Так, рецепты ролим или нет? Да. Рецепты, ну, рецепты можете ролить. Сферы, трофеи, рецепты. Только в шмат отказывать, еще раз напоминаю. Ну и ну вас соответственно. Волонир, походу, чуть-чуть сломался сейчас на этом боссе. Почти на 7 лямов напоглощал, нихуя себе. А, стой.
Я Пригу не могу забрать, у меня есть. Заберите, выпало. Я сейчас почему выпало. Сломался? Ну, как бы 40 хпс. Тихо, пожалуйста, Рид, забери Пригу. Ну, я уже отказался, там еще разбился. Откажитесь все от лута, пожалуйста. На распыл, нахуй. Быстрее. Ладно, короче, сделаем проще, блять, пиздец, нахуй. Все, Рид, у тебя Прига, не забудь. Перекидывай. На НХ перекидывай. Ты реально ебанстория. 40к, блядь. Уверен, что 40? С обзором показывал типа 40к. Ну а если без обзора, сколько там показывают? Ну, у меня 62. 15 тысяч. Да нет, это парк какой-то. Я говорю, я не знаю, что за хуйня. А если именно эта хуета, что? То 45. Ну так и шо мне сделать? Пускай с телефона попробуй зайти. Рыбу поставь, я рыба хавать все равно. Ой, эти камни локовских поставьте, возьмите все. Яша, понапуливаешь левую сторону, Доля правую, Хулишит твой первый шакл, Реслин твой второй репитенс, третьего фернешь, если что, либо Азерон тебе поможет фила. Тюльпаши в хила, Альфредес в хиле. Под этим столбом танчу его с другой стороны, да, или я тебе сейчас покажу, где танчить, подожди. Так, танчишь его. Вот тут вот я тебе крест поставил. Вот туда вот его отводишь. Андрей, ты слышишь меня, Ондра? Дискорд, блять, висит, блин. Да нет, тебя слышно, он здесь вроде. На компстаках будет много печка. Так, Холич, ты помнишь, где шаклить? Первый мобак, который с правой стороны, ближний.
Арислин, твой второй сап, не забудь. Третьего, если что, фернешь. Толь, ну ты как обычно одного напуливаешь на второй фазе. Остальное слушайте, все буду озвучивать. Даются боб и сразу в лужу не заходим. На первой закопке будем только один боб давать. Толя, позбиваешь ферки, хорошо? Вот сюда надо, вот сюда грипнешь в печеньку сверку и убить ее надо. Эту сверку сразу максимально быстро. Вообще на полубаф. Так, блять, это включить ауру на игру. Ундра, ты можешь, пожалуйста, взять у Чивавы фласку? Она бесплатная. У него алхимика, она не апнутая, поэтому смысл. А, он не покупал, у него типа ну, алхимка есть, там плюс-минус одно и то же от БК. Он не купил еще рец за БК что-то. Там немножко больше даже. Чем не апнутая. Да, Зерона, твой первый боб будет. Арислин, твой первый будет боб на второй закопке. Еще раз повторяю, первую закопку в один боб. Вторую закопку будет два боба. То есть три сферы в первую закопку? Бля, первая закопка, да, в три сферы будет. В три сферы. Один боб всего лишь мы будем давать на первой закопке. Че на полуба? СС, да, можете сразу, короче... Не, пизду сразу не давайте. Печка, перед второй фазой я скажу, дам команду, дашь по доле СС. Синг, дашь СС по яшке. Ганджубас заранее сделай СС, я тебе озвучу ник, по кому дать, на ком стаке. Скоробеев. Стаки старайтесь скоробеев не набирать. Скоробеев приоритет, скоробеев убиваем в первую очередь. Арислин, ну ты помнишь, перед второй фазой максимально запамплишь. Ну, это соберешь стаки на себя, максимально таунти, потом если что забавнешь. Шарчина по клубах еще раз. Пулять только по команде, по отчету. Я тебя озвучивать буду, Вексурон, короче, у тебя ДБМ другой. Отчет дал? 5, 4, 3, 2, 1, пул. Блять, поздно запулил нахуй. Все, уходи, дебибос. У меня таймер еще есть. 12, 13, 14. Пул на пул. Копатели на пол. В центр все отбежали. Эксуронка побежал. Так, не спешите, дайте, нажмешь 6 баунт на себя и зубы дашь по нему грек. Хильте его оверхила Зерона. По копателям играем все, фулл ДПС. Хильте. Потом дашь боб, не заходи в лужу, пожалуйста, Эксуронка, хильте. Боб будет? Да. Давай, боб. Боб. Ну куда ты так рано заходишь в бопе? А у меня вот секунда осталась, бопа вот спал. Я не знаю, насколько у вас тут. Так, в эту заходишь. В лужу заходишь сразу, да, в лужу заходишь. По скоробеям играем максимально. Чем так в бопу не набирать? Беги, малышка, беги! Редос бежал. Просто бегай в концерте. 5 секунд до вылазки. Показывает. Может, на я бой добавил. Нормально. Скоробеев добиваем быстрее. Почему у нас минус один уже, Дензек, сука?
на гроссорвал. Бейрн? Да, Бейрн. Патили на пугу. Да не трогайте вы этого скоробея, который меня бьет, блять. Сорок четыре сейчас, да? 45, 46, да? 47, 48, 49, 50. Где, кстати, захиливать его было не очень хорошей. Меня бы жуки сожрали. Патили на пол. Не, на одну секунду поздно, я понял. Арестин, твой первый баб. Центр отбежали, все. Копатели максимум ДПС. Агро смотрите аккуратно. Да, я смотрю, что это агро. Своим, блядь. Заходи. Вот. Еще одну сферку разбил. Блядь. Добивайте быстрее копателей. Да я дам сам по себе. Копатели быстрее добивайте. Я сам по себе боб дам. Я захожу. Сейчас просто бегаю. Ну, уйдите все от лужи. Уйдите от этой лужи, блядь. Не пробить ее. Скоробеев играйте. Так, если есть СС, скоробеев добиваем максимально. Так, тюльпаша сам встанешь, когда умрешь. СС дайте по QCQ, СС дайте по Данзаку. И еще поз. А, ну все, да, нормально. Класс. Копатель побежал. Блять, быстрее, 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 мне уже пускай скоро надо. Сапроты пейте, стамину себе снимайте. Перу дали фул ДПС. Йоксоронка, айсбаунд. Мастера аура зерон и сокол. Копатели на пол. Полишь гимн на хп. Огурцы жить, у кого хп мало. Блядь, где 50%? А, у меня шкода есть. Огурцы жрите, это ж бурст. Прожимки свои жмите. На ком дебафы висят. Да. Грек гимн на хп. Да, фул не жмите, слово. Копатели, копатели. Не просили. Но я забрал, вроде бы. Добивайте, босс. Блять, ебать, у меня сейчас зависло, сука, на секунду 4, нахуй. Повезло, я ебал отсюда, вот пиздец, ребят, вы что творите, нахуй? Куда ж Starfall, мужики, там оба в шаг, в угол хотя бы отойдите, там, не знаю. Или символ бери. Пам-парам. Обидно, что из-за ебучих лагов Сируса, блять, выпанулись на первом боссе, сука. О, на друида токен, нихуя. Ни одного на паладина.
Сюда. Нить, весь шмот. Все. Трофеи можете только не. Слушай, я сразу же прыгу кину тогда, ладно? Что ты? Кидай. Прыгу сразу же кину, но... Как так получилось, кстати? Вас же жуки пошли бить, да? Правильно? Ну, вы же от них сдохли. Кто? Ну, ладно. Там пол рейда попадало, от чего сдохли? Так не могу кинуть. А ты этих... А, у вас метка. Да, я систа, пожалуйста, чуваю, чтобы я через заявление покидал. Ну, этот, my bad, получается. 3 человека, 5. Умерло. Что ты хочешь? Ребят, там как бы за пригу ставки, если кому-то пригу. Надо. Тихо. Ты кидай через РЧ, пожалуйста. А у меня ассиста нету. Так что... У тебя есть ассист. У тебя есть ассист. Я тебе до этого давал. Рештлин 2К. Данзек 3. Ты мешаешь. Ну, да, что ты понимал, надо бы чего-то забирать. 2, 1, нарисуй на десятку. У меня дон выключен. Рид, снимай ЕП, короче, сервер израли. Пояс, кольчуга, силы, палы. Ты на распыл забей дальше. Конево. Тоже на распыл дальше. Ладно, гастала 10, окей. Обмен медьмишки, вон, чувак, звезду поставил. Так, сколько там за ивака вам должен? По новому уже не знаю, по старому было косарь. 150. Штанишки ткани. 300-600, 250-850. 3, 2, 1, дальше. 3, 2, окей, шепер 10. 3, 2. А, да, это мне дать. Это на кого ты там без жилет? На Энха? Может, давай без Энха? Пока будем, да. Дальше. Тримкет. Чё? А, это скоробей, всё понял. А он тебе что, не привязан, что ли? Подожди, а чё он жизненный владыка мира называется? Он же скоробей назывался. На Альянсе и на Орде по-разному. На Альянсе тоже приговоры. Володя, минус 30, это зерония. На сервах на разных по-разному. Давай Йоксаронка за 10. Нормально, поменяю свою мусорную слезу, блять. Кольцо гильное. А сколько шмоток хороших, ебаный в рот, а? Блять, все равно обидно из этого вайпа, все-таки зря я, наверное, пошел сегодня вот там. Хотя потом, блять, упор на целка делать. Ну, похуй. Рудак. Бис на ДЦ. Ну, именно на ДЦ бис. Давай обмен Костелло 10. Грек, не хочешь себе тут курнак? Бисовый на ДЦ. В принципе, может. Чё понять. Шаклом промахиваться не может. Вот это, блядь, самая жесткая тема. Запа, ганжубас сотка. Давай обмен. Мне поебанный жезл, и вообще все будет заебись. Ну что, РПБ-ретрик, правильно? Давай. Бичи-ретрик. У нас на сегодня что? Йоксаронка, вот этот мечик, который сануба, его бери, он хороший. Десятка. Штанишку ставлю. А, много ставлю. Ну, он бери.
Ну, который соединил им. Он заебись, пойдем. Меткость, там меткость. Отнеси, отнеси. Вот рез. Вот этот вон. Все равно больше ко мне надо. Ну, я бы очень взял меч, кстати. Ну, на ретрике нечего. Чуть, ну, реально. Сказать мой? Ава! Ну, Володя, распыл есть ли у кого-то? Шмотки отдать. Mm-hmm. Шепард 20. Ну, ты ставишь, не ставишь. Подожди, это мутик нахуй. Какой нахуй топор, блядь? У него вторая пушка. А, понятно. Тогда за 10. Мутики расправы бьют, типа, ну, топорами, ты хочешь сказать? Он пишет, ну, что так... он комбат. Ну, просто сам факт, что топор, ну, мутики не могут носить, они не смогут расправы бить. Там два кинжала надо. Это на комбат, ну. Так пиши новый в спек, типа. Юксаронка 20. Я бы все взял за ЕП на анхолика, пацаны, если вы не будете брать за ЕП. А, Ондра, кинь обмен на Шепарду, значит, за топориком. Ему уже сняли там. А, Юксаронки, ну, что, отдавать все токены, да? Уступаю. Юксаронки? Так нахуя они ему, блядь? Я давай на Эрдру. Давай на Эрдру. Если никому не надо, то, блядь, туда. Ну, потому что если на успехе, типа, кому-то надо, вон в эфире тоже на Эрдру, например, надо. Ну вот, следующий. Давай с Эльфридасом по одному, нахуй. Чтоб нормально было. Не, Эльфридас. Согласен, Эльфридас? Ну, но... да, нормально. Короче, еще два штуки таких токена регалии. Мне Эльфридас, вон, да. По 10. Оно звучит ударение на Е. Он, дракинь, пожалуйста, я топор отдал этому... Шепард. Шепард обменный. Да, Шепарду. Тебе сняли все. Кирилл, можешь просто ЕП начислить? Да, сейчас дам. Я не могу. У меня нет. Этого аддона я не включал. Риди, начисли 850. Сейчас даю секунду. 850? Угу. Токен вот такой, воин-охотник шаман. Если бы не выпанули, было бы больше, а так? Еще всем спасибо, шаман. 10, кидаю обмен, и вот еще штаны вот такие, кожа.